11 апреля этого года скорректировали правила использования материнского капитала. Коснулись изменения тех женщин, которые хотят использовать средства в качестве своей накопительной пенсии. Теперь, если женщина передумала направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии и отозвала заявление, у нее есть 6 месяцев на выбор других направлений. Если решение женщина так и не примет, срок можно продлить еще на 6 месяцев, снова написав заявление. На Колыме случаев отказа от накопительной пенсии не было. Материнским капиталом можно распорядиться по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты.